С возвращением, братик! Хочешь поужинать? Или ванну? Или дому? Меня? Eight hours later. Слушай, а ловко ты это придумал. Я даже вначале не понял. Молодец. Дай мне время. Я хорошенько подумаю, кто ты для меня. Что за хрень ты несешь? А? Напомни-ка, когда я тебе говорил, что ты мне нравишься. Мордашка и фигурка у тебя ничего. Вот я и хочу, ну, разочек там и нормально, все дела. Ай, черт, еще и засмущался. Так, а ну-ка спокойно, давай поговорим. Охлаждение успешно завершено. Шикарно! Я только не считаю! Я желешка, блядь. У меня, вы прикиньте, у меня все тело двигается. Пора спать. Приветик. Я ждала тебя, Софи. Чтобы ты не грустила, я буду рядом. Посмотрим, где ближайший крематорий. Погоди, ты хочешь меня сжечь? Я что-то не так сказала? Софи, открой же! Выпусти меня! Да. Алло. Да-да. Ну, как там с деньгами? А? Как с деньгами-то там? Чё с деньгами? Чё? Куда ты звонишь? Тебе звоню. Кому? Ну, тебе. Кому тебе? А вот тебе вот. Ты кто такой? Михаил Павлович. Какой Михаил Павлович? Терентьев. Такого не знаю, ты ошибся номером, друг. Кто? Ты. Че с деньгами? С какими деньгами? Ну, которые я внес в капитал. Куда? В капитал прожиточного минимума. Ты пьяный или кто? Сынок? Я Михаил Павлович Терентьев. Кто такой? Пьяный. Вот именно, ну и все. Завяжи лямку, ебаный в рот. Куда? Что завязать? Завяжи лямку! А что ты кричишь? Да ничего. Я разберусь! Он вон там! Остался? Последний! Мы их победили! Хвосты вожака тенехвостов можно задорого продать! И их ядовитые когти тоже ценная добыча. Ядовитые! Ты совсем идиот? Провести с тобой всю жизнь. Не хочу отказывать в любви. Но свою девушку я тоже предать не готов. Поэтому, если только вы мне позволите. Я хочу встречаться с двумя. Давай спросим мою девушку вместе. Чего? Будь по-твоему, давай попробуем. А что, так можно было, что ли? Все равно узковато, не находишь? Момент, сейчас проверим. Видишь, я выбрался. И ты давай. Ого! Давай, смейся! Совсем обнаглел! Да ты хоть знаешь, кто я такая? Вторая мысль, хулиганка какая-то. И почему вы меня ударили? Потому что совсем зазнался, сопляк! Ну что, теперь вы поняли, как это, когда бьют? Flawless victory. Fatality. Что ты так смотришь?
Тут такое дело! Я совсем забыла написать сочинение, которое задали на лето! Прямо как в прошлом году, представляешь? Я думала, что уже в универе никаких заданий на лето задавать не будут! Теперь мама на меня злится, младший брат издевается! Просто кошмар! Эй, зачем закрылся, Сакурай? Ноль. Сто. 200. Нет, 200. С 200 миллилитрами точно все обойдется. Сестрица моя, ты дол... Почему ты в таком виде? Что в этом стакане? Это вода твоей сестры. Я же! Кей до дна! No problem! Всегда найдутся такие, кто не сможет оценить мою... Сакура! Доброту! Да, с завтрашнего дня я беру неделю отпуска по личным причинам. Если у вас есть вопросы, то задавайте их сегодня. Личные причины? Неужели вы замуж выходите? Сдохни! Сдохни миллион раз! Жесть какая! И вообще, вы про статью за оскорбление слышали? Раз так, я тебя за сексуальное домогательство засужу! И не жди пощады за того, что ты старшеклассник! Если ты станешь девушкой и умом, и телом, то я не смогу удовлетворить тебя должным образом. Аналогично. Да не нужно так сильно вникать в это. Ладно, приступим. А, погоди немного. Лечение. Вот как-то так. О май гад! Но? Она... Рокура, ты что делаешь? Ты что, записку на двери не читал? Что? Какую записку? Занято. Подожди секундочку! Убери меч! Просто убери меч! Уничтожение извращенного демона, явись! Кого ты называешь извращенным демоном? Если вы не отпустите мою руку, наше соединение продолжится. Никогда не отпущу. Как вы считаете, ваше чувство – результат аналогичного взлома? Иллюзия, заставляющая верить, что такой объект, как я, способен на нечто особенное? Братик, ты в ванную пойдешь? Вот это! Неужели это Симео? Как они вообще оказались в его комнате? Я открыл просто невероятнейший клад! Это мои трусы. Вау, этот магазин такой классный! Популярные сладости. Клубника с кремом. Братик. Блин! Чуть-чуть обождать, и начнется уже другой забег. Самое то. До самых мелочей тебе предскажу. Святые угодники, она ж все места в гонке назвала. Если б тройную ставку сделал, был бы мне стократный выигрыш. Ну что, выкусил? Друг мой, я-то... Да с этой малышкой можно миллионерами стать! Спасибо, было вкусно! Прошу, подожди! Печенька? Ребята, там это... Директор умирает! Встал. Залез!
обманул! Прости! Я застираю его! Пожалуйста, сними джемпер! Да ничего, я просто кину его в стиральную машину. Не переживай. Снимай! Майка! Ну давай, снимай его! Стоп, стоп! Извините, я опоздала. Отходит, отходит. Эгоист чертов. Предел есть, а? Прелестно. Могу ли я узнать имя столь прелестной дамы? Осман я. Мэвис! 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 Не оставляй своего папулю! Слушай, Мэвис, твой папочка бежит за нами весь в слезах и соплях. Да они даже плачут одинаково, да? И извозчик, прибавьте ко скорости. Подожди! Хороший выбор. Чейн, ты всегда выбираешь прекрасные безделушки. Но ты же знаешь, что я не очень хорошо оформляю букеты. Вот стерва, у меня уже твои, ну вы же знаете, поперек горла стоят. Посерфить на моем лице? Просто очешуительная идея. А давай-ка я побоксирую по твоим здоровенным сисяндрам. Мерзкие сексуальные домогательства. Чё? Напоминает сцену из «Проклятия». Должна быть какая-то причина. Призраки просто так не появляются. Ай-яй, это они! Что там? Монстры? Зомби? Налоги? Призраки лучшей жизни? Нет. Мухи. Мухи? Мухи. Да что со мной не так? Блин. Мисс Афина просто сделала мне комплимент, но... Горячо. А вон у той какой-то странный бзик по поводу размера груди. Чего? Ты вообще-то должна быть такой же, как я. Но твоя грудь словно сдутая в сравнении с моей. В чем дело? Молока мало пила, да? Подождите минутку. Моя грудь. Пустышка. Да уж, твое заклятие сна просто удивительное, кроли. Так ты и такой магией владеешь, что ли? Это просто нечестно. Мы бесполезные куски говна, а Мэл имба. Ой-ой-ой. Что? Сисечки застряли. Вот ведь титькастая. Прошу прощения. В нашем спорте распространена поговорка. Не зная жопу, не суйся в воду. Со смыслом. Нельзя просто так взять и тренироваться. Познай свое тело, и тогда сможешь победить. Поэтому мы будем изучать зодологию. Если вы познаете таз, это позволит улучшить ваши тренировки. Они уже на земле! Как же везет элитка! Построение тактики во время матчей. Ясно? Я вся запуталась. Это же бандаж. Но нужно их посильнее затянуть. Вот так. Лучше будет. Вам правда такое нравится?
Вот-то. Так это здесь? Да, это то место. Нукуи, это просто предположение, но это не та манга, которую я искала. Да. Если не могу защищать госпожу, что мне делать? Твой отказ такая потеря. Ведь ты очень миленькая. Что? Не смеши. Заявляешь, что я миленькая? Мне такое говорят. Впервые. Помянем нахуй. Черт, у него что-то не так с головой. Голова. От меня не сбежишь. Победа за мной. Только в твоих мечтах. Вот же ублюдок. Пошло бонусное время! Они едут куда? Слезай, а то из-за тебя не впишемся. Когда дама на коне, он и послушнее обычно. А ты не знал? А я зайцем. Яйца у тебя есть, но я расскажу тебе, как тут все устроено. Не стоит. Чё? Я ухожу. А ну-ка, стой! Выпусти нас! Вернись! Чего-то они расшумелись. Да забей. Просто делай вид, что ничего не происходит. Что ты делаешь? Не играй с дорогими продуктами. Набы с крабом, набы с крабом! Все, готово. Наваристый бульон, свежайшие овощи. Осталось лишь... добавить краба! Давай. Целься в меня! Отбил. Молодец, супер! Принимайте пасы! Давай, кишка тонка! Я вас уделаю! Пасы неплохие, ребята, но... молодцы, конечно, но... ага, замочил! Не ругаться тут! Я закончила свою часть! Еще минута! Отвали! Не сбивай концентрацию! Осталось поправить здесь. Все! Готово! Поздравляю! Зонтик! Версия 2.0! В итоге все равно зонтик. Но это все равно круто, глава. Ты изменишь всю историю зонтиков. Ну а как же еще? Теперь человечество сможет дать отпор дождю. Великая я приведу всех людишек к процветанию и... чпок. И готово. Срочно займитесь тушением горящих домов. Будет исполнено! Бедняжка натерпелась. А, да. Пойдем. На секунду я себя главным героем РПГ почувствовал. Опа, Хера, гляди, у тебя новый титул. Лолита комплекс Best Friend Killer. Любящий малолеток убийца лучшего друга. Забегали, блин!